Друзья, всем привет! Вы на канале Солёна, и сегодня у нас тема эмоциональное переедание. Вот когда ты ешь, прям ешь, ешь на эмоциях. Почему такое происходит? Потому что уровень кортизола достаточно высокий, и в этот момент тебе очень сложно контролировать вообще, собственно говоря, свой инсулин. Чем выше твой кортизол, тем выше твой инсулин. Что можно сделать с этой историей? Говорят же, обратиться только к психологу, обратиться только к нутриентам. Нет, друг, тебе важно будет услышать и сделать вот что. Как только уровень тревоги очень-очень высокий, тебе важно будет эту тревогу направлять на деятельностный результат. Какой результат? Тот, который ты закладываешь. Вся тревога может уходить в работу, может уходить в наблюдение, в созидание. Все так, как ты сможешь с ней справиться. И как только ты понимаешь, что очень высочайший уровень стресса происходит, тебе важно будет этот весь стресс нивелировать. Как? Посредством расслабления. И в последнем видео я говорила, как работать с тревогой, как снимать ее в моменты приступа жора. У меня в консультациях сейчас улыбаюсь, потому что кто у меня в консультациях, может, и смотрит меня. Есть люди, которые на эмоциях могут впасть в расстройство пищевого поведения. И здесь вариант того, что ты не просто должен это остановить, но должен научиться отлавливать свой уровень повышения тревоги и повышения стресса для того, чтобы справляться с той рутинной работой, которая у тебя есть. У кого-то это ежедневная рутина, у кого-то она меняется. Если тебе тема расстройства пищевого поведения и всего этого близка, пиши мне комментарий.